Дорогие друзья, всем привет! Вы смотрите передачу по кашеварим. Безусловно, все любят сосиски в тесте, но дома готовить их муторно, друзья. Я вам покажу альтернативу сосиски в тесте. Мы сделаем сосиску в баранках. О-хо-хо, спросите вы меня, что это ты такое придумал? Ну, на самом деле, да, действительно, прикольный рецептик. Я его подчеркнул в какой-то социальной сети, увидел его уже давным-давно и решил с вами поделиться. Для того, чтобы сделать прикольные сосиски в сушках, нам вот что надо. Возьмем 4-6 сосисок, бараночек возьмем, чтобы диаметр баранки внутренний был примерно с диаметра сосиски. Еще нам нужно пару столовых ложек сметаны, пол-литра молока, покажу вам, для чего это надо, 100 грамм сыра. В первую очередь на сосиски надо надеть сушки. Надеваем сушки, чтобы они заполнили всю длину сосиски. Теперь сосиски в сушках складываем в какую-нибудь емкость, туда наливаем молоко и оставляем намокать минут 15-20. Периодически надо сосисочки переворачивать, чтобы промокло все равномерно. Теперь сосиски складываем в форму для запекания. Сверху намазываем сметаной и посыпаем тертым сыром. Теперь ставим в духовку разогретую до 180 градусов минут на 15. Вот и все, сосиски в сушках мы с вами приготовили. Я надеюсь, вам рецепт понравился. А если это так, то ставьте палец вверх, делитесь этим видео с вашими друзьями и обязательно дружите со мной в социальных сетях ВКонтакте, в Фейсбуке и на Инстаграм подписывайтесь. С вами была передача «Покашеварим». Всем пока и до новых встреч!